И все пьют, заливают огонь гиенский. Его не залить. Я так-то не пью, я вообще-то пью. Я знаю, знаю, все пьют. То воду, то, что все хлюпают. Нигде в интернете такого нету. Чтобы сидели и хлюпали. Да почему? Я вам скажу почему. Вот представьте, я... Подождите, вы в каких годах родились? И мы в каких годах родились? Ну что? Да, все, каждый век меняется. А что меняется? Ты человек под Богом должен. Законы тоже меняются. Вы в Бога-то верите? Все, что один минус, это то, что в 21 веке вся молодежь охреневает. То, что им вообще на все насрать. Без Бога не до порога. Ну, почему я крещенная, как бы, блин, а как вот, не буду же я правильно вот читать книжки, Библии, не знаю, я хожу как бы в церковь, в праздники там, в крещение, в Рождество. Это да. Ну не буду же я читать там, не знаю, Библию. А почему не будешь, когда Господь сказал, исследуйте Писание, да не отходит книга сия от уст твоих, поучайся день и ночь в ней, дабы в точности исполнить. А я не буду считать. Человек готовится на машине ездить, он изучает правила движения-то. Так и здесь. Но... Мы идем в небо. А без этого ты будешь на каждом шагу думать, как правильно, как неправильно. Вот в Библии написано, Второзаконие 22:5. 22 глава, что на женщине не должно быть мужской одежды, а на мужчине женской, ибо мерзок перед Богом тот человек. То есть женщина носит там мужское одеяние, брюхо, юбки-то нету, мерзавка. Мужчина наденет юбку, мерзавец. Это Библия говорит, это Бог говорит. У нас ни одна женщина не ходит в штанах. У всех платье длинное, всегда платок, без платка, чтобы не была. Ну это раньше, вы понимаете, это раньше, это, да, я не отрицаю. У некоторых, да, есть у кого там свои эти, как они называются там, по-другому я забываю, нации. У кого-то нация есть такая, то, что в реале они носят и платок, и платья. А мы, христиане, мы носим штаны, мы только в церковь одеваем что-то такое, что в церковь. Нет, не надо это делать. Если Господь сказал, Он не сказал в церковь, а вообще... На ней. Так что, ага, то есть... постоянно буду я ходить в длинном платье. Ну, это ваше дело, вы можете не находить, но вы слышали закон с сегодняшнего дня. Вы уже не можете сказать, что вы не слышали. Мы для того встретились, чтобы возвестить волю Божию. У нас никогда женщины вот так не будут перед людьми появляться. Вы зайдите на наш канал, называется «Во свете Библии». «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. А вот смотрите, вот эти татуировки же тоже вообще, по идее, запрещено по церкви? Тоже запрещено. Написано, не делай письмен себе ради умерших и нарезов на теле. Тело наше – это храм Божий, и подправлять его не надо. Высшая красота, которая есть в этом мире – это человек. Лепота называется. И Христос в эту красоту облегся от Девы Марии и умер за наши грехи. Умер. А ногти что, тоже нельзя? А ногти тоже нельзя делать? Что делать? Ногти. А зачем их делать-то? Ты же никуда не годная с этими ногтями. Ты ни корову подоить не можешь. К чему? А вот. Зачем тебе доить корову? Ну, вот. Ну, смотри, ходить. Смотри. Вот это рабочие руки. Я что угодно могу делать. А вы еще можете делать? Когти, как у кошки. Мужа царапать, нет, а его нету. Подождите. Почему? Я тоже жила когда-то в деревне маленькая. Я тоже доила коров. Стряпала. Я знаю, что такое деревня. Все, с ногтями бы ты... С ногтями бы соски тянула? Да как ты возьмешь? Почему? Я когда пошла уже в город учиться, я начала... Не надо. Это показано, что человек не работник. Ты тесто как будешь замешивать? Там под ногтями-то у тебя килограмм грязи будет. Надо убрать. Остриги их. Зачем они у меня нарощенные? Да глупости это все нарощены. Ну, что не дурнее, то умнее кажется. Библию считать некогда, молиться некогда. Ты лоб-то перекрестить не можешь, ты себя пробьешь до мозгов. Когти-то какие, нарощены. Глупость это. Сейчас, стой маленько, подожди. Вот, смотри, я даю ножницы, давай постригу.
Что смеешься, веселая такая? Вот так вот ага, раз. Я что? Я 1000 за них отдала, чтобы нарасти. В общем так. Господь сотворил человека для славы своей. Надо уверовать, креститься и жить по божеским заповедям. Ну, вам сколько лет? А как ты думаешь, красавица, сколько мне лет? Ну, не знаю, лет уже 80 чем-то. Молодец какая. Именно так. Ну вот. Мужики. Видите, мы только прожили, а мы только жить начали, даже еще не начали, даже еще пол своей жизни не прожили. Видите, Кикабидзе поет, говорит, мои года, мое богатство. Бог дает вот, опыт. Знаете, у меня есть знакомая, она со мной вместе училась в одной группе, ну, мы учились на медиков, я акушер-гинеколог, ну, сейчас работаю акушером. И, знаете, у ней, короче, у мамы мама. Бабушка. Ей, ну, как, для нее, да, бабушка. Вот. И она, знаете, ей сколько? И 92, что ли, вот исполнилось совсем, да, 92. И вы понимаете, у ней даже нет элементарной медицинской книжки. Нам по 20 чем-то лет, даже меньше у некоторых. У нас уже медицинская книжка вся вот так наполнена, потому что у нас раньше все были здоровы, раньше питались, и не было городов, то что они ездили ими там в город что-то покупать. Все свое было всегда, и фермы нормальные были. А сейчас фермы все рушатся. Что в деревнях делать? Так. Все уезжают по городам. А вот смотрите. И подождите, понимаете, ей 92 года, у нее медицинской книжки нет. Она ни разу не ходила в больницу. Ну, в больницу, видите, не от болезни даже. Бывает на работе производство повредил руку. Или еще что-то, аппендицит. Нет, я это понимаю, то, что медосмотр требуется. Нет, она ходила, медосмотр, это понятно, требуется, когда врачей проходишь, там на работу устраиваешься. Или если... Вот у нас, вот, допустим, я акушер-гинеколог, у нас каждый год строго медосмотр. Строго, потому что мы работаем с детьми, мы их вытаскиваем, понимаете, мы роды принимаем, и у нас строго должно быть все. Вдруг ты там чем-нибудь заболел за какой-то период. За год, допустим. Я и говорю, что сейчас экология такая, и вообще молодежь, она вся раньше даже болеть начинает. Понятно. На гинекологах место ставить негде, так они виновны. Они аборты делают. И в стране за перестройку 20 лет 120 миллионов человек убили в утробе матери. 120 миллионов. Это самые кровожадные гинекологи. Виноваты, извините меня. Женщина пришла аборт делать, мы не можем отказать. Ну да. Да, старший врач, который говорит, ну ты еще подумай, она сама идет на аборт. Мы а вы зачем участвуете в этом-то? Она сама, ну автаназию пришел, дай мне укол, чтобы я умер, вас посадят. А ребенка убиваете, у нас сколько там Ломоносовых, сколько Менделеев погибло, сколько апостолов. Подождите, убить. Это убийцы. Аборт – это убийца. Аборт означает выбросить за борт. Откуда вам решать-то? Она пришла к вам как к убийцам. И поэтому она больная, гниет. Детей-то поубивали, а теперь ходит, сгорбатилась. Вы понимаете? Так, не пытайся защищать. Не пытайся защищать. У нас в России, я в России нахожусь, в Барнауле, только один есть глава администрации, который запретил аборты делать, ввел в государственное преступление. И вы не знаете, кто это? У нас ничего не запрещено. Я живу в Киеве. Кто запретил в Российской Федерации аборты делать? Не знаю. Рамзан Ахматович Кадыров, глава Чеченской Республики, герой России. Так вот, смотрите, мусульман сегодня в среднем, а их 2 миллиарда, в среднем, у каждой женщины 8,1 ребенка.
У кого-то 15, у кого-то... А у русских в среднем 1,8. Вы рождающая нация, и вы помогаете убивать их. За перестройку только 20 лет 120 миллионов убили-то. И она пришла. Вы убийцы. Мы убийцы. Ну пусть будет так. Я ни в чем не виновата. Это моя работа. Убивать это не работа. Это дьявольская работа. Господь сказал, убийцы Царствие Божие не наследуют. Вам ничего не поможет. Прекратите убивать детей. Подожди, мы же ни в чем не виноваты, правильно? Вот работали бы вы в роддоме, вы бы что сделали? Что, детей что ли домой в себе взяли? Ну, водку выпускают, которую продают, тоже невиновные. Табак продают невиновные. Наркотики делают невиновные. А люди погибают. В стране-то, вот «Комсомольская правда», на развороте написано, если бы большевики не победили в 17 году, нас бы было сегодня 650 миллионов. Это не как-то ученый Дмитрий Иванович Менделеев показал. 500 миллиардов сожрали. Русских не надо убивать, они сами себя убивают. 500 миллиардов за 100 лет. Ну как? Да видите вы то, что я не знаю, такие, конечно... Вы зайдите на наш ресурс, зайдите «Во свете Библии», Игнатий Лапкин. Запишите. Если... Это где именно у вас? В Ютубе. В Ютубе? В Ютубе. «Во свете Библии», Игнатий Лапкин. Вы запомните, меня зовут Игнатий Лапкин, и вы можете по скайпу меня найти. Здесь найдите «Во свете Библии», напишите. Сейчас я в Ютуб захожу. Да, «Во свете Библии». Подождите. «Во свете Библии». Игнатий Лапкин. Сохраните себе это, что пишете. Игнатий Лапкин. Это вот это что ли? Так, минутку, подождите, посмотрю. Ну да. Так а вы там что, не сам YouTube-то открыли? Не в YouTube, надо на первую страницу зайти. Игнатий Лапкин. Напишите «Открытым оком», добавьте еще два слова. На первую страницу. Да. «Открытым оком». «Открытым оком». Глаз открытый. «Око, око». «Открытым оком». Это у меня вышло 33 тома книг, которая называется «Открытым оком». Это вы? Ну-ка, покажите. Так, не подождите, не дергай. Да. Это я выступаю там на собрании. Вы, если зайдете по скайпу, я скину наш сайт через Google. В сайте вы найдете... Нифига, а там еще дети, что ли, были у вас? Обязательно дети. Посмотри, как одеты женщины. Какие мужчины... Какая молодежь? Да, дети как обычно одеты. Ну как одеты? Посмотри, как подвязаны. А это кто? А это наша... Так, подождите, реклама идет. А я и не знаю, что реклама там. Да реклама идет, подождите. А это кто у вас? Кто, а кто там? Это собрание у нас в церкви. Ну, в трапезной после богослужения. Вот это кто с вами рядом? Так, подождите, я не вижу, подождите. Так, я вижу часы. А где рядом? Сейчас, вот. А, он уехал отсюда, на Украине был. Это вы на один ролик напали. А это вы не на первой странице. На первой там собрание идет. Там я в рулетке беседую и... Вы видите слово «канал» на Ютубе. Канал надо назвать. Канал. Канал Игнатий Лапкин. Канал Игнатий Лапкин. Канал, и вот это, «Во свете Библии». Канал, я не сказал, виноват, простите. Канал «Во свете Библии». Игнатий Лапкин. Ну, я сделаю сейчас. Канал, именно канал. Ой, я как же упустил-то.
Канал «Во свете Библии». Тут какой-то Игнат Флапко, еда. Вот наши. Нашли? Вы там увидите много. Ответ на вопросы. Я отвечаю на вопросы в университетах, где занятия вел. В школах, в милиции, на заводах, фабриках. И у меня там ответ даю на 4124 вопроса. У вас, наверное, медалей, да, много? Да. Вы, если дальше будете смотреть в скайпе, вы там увидите то, чего нигде нет в интернете, только у нас. Мы с нуля строим православную деревню, где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. И никто этим не занимается. А это кто такой? Кто такая Серафимовна? Серафима, это бабушка у нас. Так вы все равно не на первый, не попали на канал-то, на первую. Это бабушка, ей 93 года. В смысле, вы то есть делаете дома? Да, деревню с нуля. Это не дома, надо сначала статус получить. В Российской Федерации погублено полностью 21 тысяча поселков, сдел. Мы получили статус, землю, построили школу, церковь, все своими руками. Вот это, да? Да, да, но это вам тут не надо ее. Выключите ее. Вы не выключите, перейдите на канал. Канал, все остальное сметите. Канал «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. А это одна, один ролик. У нас на нашем Ютубе 17 тысяч роликов. Канал «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Нет, я знаю, но почему-то вот эта хрень все равно вся высвечивается полностью. Ну, не знаю, почему. Вы как-то выключите его, а потом опять включите этот свой аппарат-то. Аппарат. А вон тут можно на вас даже подписаться? Да. Вон она подписалась на вас? Ну, там, видите, сколько подписчиков? А, вот это вот хрень идет, да? Ну-ка, не вижу, подожди минутку. Вот канал «Во свете Библии». Он самый. А вон тут дом какой-то. «Во свете Библии» открытым оком. Игнатий Лапкин. Ну, я уже нашла ведь. Вот вы там все увидите. А вот если по скайпу зайдете, скайп. Знаете скайп? У меня скайпа нету. А да, сейчас нажми там у тебя, это очень просто делается. Там можно беседовать бесплатно. И я вам там скинул бы все... А это что, это вот вы деревню делали? Так, минутку, подожди. Да, да. Я начальник детского лагеря был 45 лет. Ой. А вы сами-то откуда? А, вы же сказали. Барнаул. Алтайский край. Сейчас, подождите. Вы на первую страницу зайдите. Примерно через 10 дней... Вы увидите наш разговор, вам будет приятно послушать. Вы не ругались, нормально себя вели. Быстрее. Да. У нас хорошая была беседа. Вы бабушку вспомнили, я вам рассказал. Какие, если вопросы есть, вы можете задавать. Я отвечу на ваши вопросы. А вот смотрите, вот допустим, если вот, вот про сны вы же тоже что-то говорите людям? Про что? Про сны. Сны, да, у меня есть такая тема. Там, если зайдете вот на сайте. Знаете, можно я вас перебью? Вот, я когда жила еще, ну, это маленькая дома, у нас был Соник. Он очень-очень старый уже Соник. И мне, знаете, приснилось в субботу на воскресенье сон, то, что у меня обнаружили рак, но... неизвестно в каком органе.
То есть не было показано, в каком органе чисто рак и сразу проснулся. То, что обнаружил. Никаким снам верить не надо. Вы не понимаете этого. Это сатана навевает. Сны бывают трех видов. Первое – от Бога. От Бога, значит, тебе Бог покажет, опасность какая-то угрожает. Второе – от дьявола. Дьявол смущает, рак там прочее. И третье – от переедания и забот житейских. А когда узнать от Бога? Когда увидишь крест. Если крест увидела, на 100% от Бога. Другого определителя нет. То есть сама не толкуй. Пойди в церковь, расскажи священнику и помолитесь вместе, тогда, может, Бог откроет. Но и то не настаивайте. Это ведь можно сходить в церковь, попу подойти, сказать... И вот да, священнику такое, да? Сказать. Я видела сон, и там я видела крест. Только когда крест видела, тогда можно пойти. И он помолится, священник, может, ему Бог откроет это. Что оно означает? Вот меня перед тем, как арестовать, я видел сон. На небе летит крест. Вот так, ну как железнодорожная ферма. Вот такой железный, вот такой высоты, если я около него стану. Ну, то есть, 1000-1500 тонн. И я сижу в зеленой рубашке. И ноги свесил, и облака. И он, я вижу, где садится, где наши деревья. Ну ладно, я вас найду, в общем, потом. Ладно. Будем прощаться. Давайте. Мы хорошо. Вам доброго здоровья. Да, Боже, вам желаю. Вы обязательно в храме к священнику подходите, когда что не ясно. Если сердце ваше расположено к нему. А если есть возможность, выйдите на меня по скайпу. Я отвечу вам. Скажи, я была такая-то, вот мы об этом говорили, чтобы я вас выделил. У меня очень много. У меня 42 тысячи подписчиков и 42 миллиона просмотров. Хорошо, спасибо. Давай. Вы скажете, акушерка я, и мы беседовали по-хорошему. Хорошо. Я помолился, давайте, чтобы Господь дал хороших сегодня клиентов. Мы, как врачи, явились в это место разврата, в эту рулетку. Я спрашиваю, а кто рулетку эту изобрел? Ни один не может ответить. Я говорю, мальчишка, не то 15, не то 17 лет, двоечник. Он говорит, экзамен, а я сдать одни двойки. И решил что-то, и вот придумал, и люди сюда кинулись... Половина, примерно, голая, и процентов 85 мусульмане. Я говорю, тут вообще найти адекватных людей, это очень тяжело. Есть люди, которые, знаете, начинают общаться, а потом начинают огрызаться на таких понтах. Яда-яда, нифига. Да. Ну, и очень много тут озабоченностей, то это, то другое. Вас как звать-то? Меня зовут Даша. Даша. Дарья, да благословит вас Господь. И сохранит от всякого рода зла и греха. Береги себя. Спасибо. Давайте тогда. Давайте я вас найду потом. Да, обязательно найдите. Или в моем мире, ну, удобнее всего по скайпу. Я вам сразу отвечу. А скайп это там, если не знаете, кого-то попросите, поставить бесплатно беседовать в любое время. Ну, у меня можно с 4 ночи до 4 дня по московскому времени. У нас на 4 часа разница. Не, у нас с вами по московскому, да, у вас? Нет, у нас Барнаульская, Алтайский край, на 4 часа от Москвы, раньше. Добавить надо к московскому 4 часа. У нас, значит, с вами вообще на 6, потому что у меня с Москвой на 2 часа разница. Ну, это тоже можно учесть. Я говорю, по Москве с 4 ночью до 4 дня по московскому. Это время я могу принять. Остальное время мы там заняты, тоже работаем. У нас все не такое. Приезжают люди. Вот заметьте, я начальник детского лагеря. 45 лет сам основал лагерь. Приезжают родители. За один месяц наркоман делается другим. Услышали в Англии, из Великобритании. Прилетела директор Кэстонского института из Лондона. Они договорились со Останкинской, и оттуда дали сопроводительного, и к нам сюда. А тут ничего и нету. Она побыла, потом напишет, как Сариса Савская, Сала Соломоне сказала, имеет половину не рассказали. Она большую статью поместила в интернете. Ксения Деннон приехала. К нам гости бывают, и начальник от лагеря из Канады, мы из Германии. Мы свидетельствуем людям. Воспитание совершенно необычное. То есть самое лучшее в воспитательной работе я взял из всех стран, какие были известны. Из японской это кандзё. То есть никогда не стонать. Мужественно смотреть. От англичан взял. Два раза, если ты нарушил, когда лег спать, шепотом даже разговаривал, лишаешься права общежития.
У нас подъем в лагере в детском в 5 утра всегда был. Встанем, пробежка, бывает, искупаются, у нас рядом пруд сделанный, сами же сделали. Дальше помолимся и сразу работаем, дрова себе пилим, аппетит. Детей учим, каждое воскресенье на лодках катались, на лошади, ягоды собираем. До обеда работаем на огороде и все. 45 лет, тысячи детей без помощи государства, ни рубля нет. Вот я 18 лет вел занятия в 5 университетах, и ни рубля нигде не получаю. У нас все бесплатно делается это. Это Господь делает. А? А как живете? А я в свободное время печник, я 40 лет печи делал. Мне не давали работать прорабом. Я работал в органах МВД в строго режимном лагере. До армии. А после, после армии работал на корабле. В армии тоже, в Варфлоте был. И в это время, мне 23 года было, я занимаюсь на 7 языках. Бог дал мне знания такие. И в это время сошел на берег. Вот как Бог ловит-то человека? Что ты любишь? Я любил бабушек. Вот они какие-то такие забитые, там помочь, прийти, там что-то снег скидать, дрова напилить. Я гляжу, бабушка несет 2 сумки. Я подскочил, ну 23 года. Здоровье выше некуда, на море. Там больных не берут. И спросил, где молятся, и она показала. И там мне дали Библию, я у них был полчаса. Через полчаса я был абсолютно другой. Бог изменил мою жизнь сразу. И вот 57 лет я иду этим путем, бескомпромиссно. Понимаете, с Богом это так легко, так радостно. Врагов, то есть враги есть, врагов у меня много. Против меня где-то 220 роликов, примерно, в интернете стоит. Лютуют прям враги. Мы говорим священникам. Ну, не ради же денег. Враги не у всех есть, если честно. Да. Мы говорим о том, что Бога любишь, Господь тебя не оставит. Все. У меня племянница, сестрина, дочка Дарья. Тоже Даша. Да. А как Дарья переводится? Ну, Дарья по церкви от слова «дар». Да. Потому что вот меня крестили, там написано «Дарья» от слова «дар». А я не знаю. Подождите минутку. Сейчас я открою календарь, посмотрю. Так или не так. О, сразу найдешь. Так, Дарья, подожди-ка. Мне надо свет тут здесь. Сейчас. Калама. На-на-на-на. Женские имена. Дарья. Дарья римская. Сильная, побеждающая. Это персидское имя. Дарья, слышишь? Это не дар, это не славянское имя. Это сильная, запятая, побеждающая, персидская. Персы. Обычно у нас греческое. Вот Игнатий по-гречески. Это неизвестный, неведомый. А по-латински огненный. У меня фамилия прям как у вас. Да вы что? У меня Игнатова я. А, Игнатова. Ну, это фамилия, а моя имя Игнатий. У нас с Украины один у нас приезжает, Игнатов. Такое дело. Видите, как Господь устроил нашу встречу. Я в конце только хочу сказать, вы заведите дома, чтобы была Библия. Это уж не такая большая цена. По крайней мере, Новый Завет. И каждый день считайте, чем это лежать-то. И вы увидите, как вы будете делаться совсем другой. Никогда аборты не делайте. Никогда не прикасайтесь к принципу покаяния перед Богом. Это убийство. Ну, 120 миллионов убили за перестройку за 20 лет. Это же с ума сойти. Каждый день 20 тысяч абортов в стране у нас. Ну, знаете, я что скажу? На 21 веке делать аборт, ну, это смешно. Потому что сейчас такая экология идет, и как бы люди делают аборт, а потом не рожают. И в лет 30 только задумываются башкой, да. Блин, а как мне родить? А я же не могу родить, потому что аборт был. Да. Вот у меня отец вернулся с фронта, у него вот так руки не было, левой. С матерью вместе, они полкласса не кончили. И нас 10, 5 мальчишек, 5 девчонок.
И мы ни разу не слышали, чтобы они ругали власти. А сейчас на площади, там Навальный, Алексей, там, они ничего не сделают. Все, Путин виноват. А что Путин сделает, если мы не хотим работать? А вот мои книги видели в библиотеке у Путина. Это Господь так сделал? Надо. Так, ну все, ладно, давайте, я пойду. Давайте, до свидания, отключайтесь. Ну, давайте.